Тебе нормально? Ты в Да. кадре? Ты прямую Нормально. спинку делаешь? Прямой, прямой. Все хорошо, не переживай. Свои переживания мне отдал. И это... Как там ты пошел? Меня зовут Максим. Нет. Фу. Мы переснимаем. Я кто-то там и андроид. Да. И андроид! Да-да-да. И андроид! Всем приветики! Вы на канале Тучка. И сегодня, как вы поняли, будет совместное видео с моим молодым человеком. Всем привет! Я хочу снять видео про секонд-хенд. И заключается идея в том, что мы будем подбирать друг другу образы. То есть я уйду в мужской отдел, а ты, соответственно... А я в женский, конечно же, да. И будем снимать. Для Максима это как бы первый опыт съемки видео. Вообще, в принципе, в общественном месте, наверное. А для меня, в принципе, волнительно, потому что совместное видео у нас впервые именно не влоговое, а какое-то просто видео. Сегодня в секонд-хенде скидка где-то 70%. И будут отдельные скидки еще на женские и мужские кофты. Но нас как бы это сильно, наверное, не интересует. Или интересует? Не знаю. Ладно. Мы пока не уверены, что мы что-то для себя найдем, но в основном задача в том, чтобы составить себе друг другу, точнее, образы. Вот, и мы думали насчет, какие образы мы будем составлять, как бы, ну, наверное, минимум 3 образа. Угу. И под какую-то тематику думали. Вот первый, это точно должен быть какой-то очень смешной аутфит, да, образ. А второй, какой-то, наверное, более... На вечеринку, может, новогодний, просто чтобы он был такой официальный или праздничный, не знаю, что-то такое. Mm-hmm. И третий просто от себя тяну, так скажем. Повседневный? То есть, ну, да, типа что-то повседневного, либо просто что-то в голове, просто то, что нравится. Просто mm-hmm. составить лук, типа, без разницы, это просто будет, типа, от себя тяну такая. Mm-hmm. Вот, мы разделимся и посоставляем, потом уже встретимся возле гардеробной, и будет интересно, что же мы друг другу все-таки подобрали. Вот, я надеюсь, что будет видео интересное. Всем приятного просмотра. Следующее включение будет уже в секонд-хенде. Все, мы в секонд-хенде. Сегодня довольно прилично людей. Ну, я думаю, что у нас все равно все получится подснять. И вещей тоже много. Да, и вещей много. Так что мы сейчас расходимся. Вот, помнишь, какие образы? То есть один ржачный, один... типа такой, ну, вечерний на вечеринку, не знаю, ну, что-то такое. И один от себя тина. Mm-hmm. Все, погнали. Ну, вообще, как правило, мужских вещей чуть меньше, но в любом случае мы все равно постараемся что-то найти. Вот пока я поищу, потом попозже подключусь к вам и покажу, что выбрала. Еще, ребята, дисклеймер. В общем-то, никто из нас не стилист, и мы... как бы старались подобрать то, что нам нравится, и в любом случае мы, ну, у нас вообще первый опыт, особенно у Максима, поэтому он довольно мало поснимал, как и, в принципе, я не сильно там много, ну, мы старались. Короче, не знаю, с чего начать. Наверное, с какой-нибудь футболочки. Очень смешной. Кайф. О-о-о. По шкале от 1 до 10, что думаете? Блядь, как же неудобно снимать, я не могу, как она это делает. Первый смешной образ есть. Я вот думаю еще сходить до женского секонд-хенда и посмотреть там, потому что в любом случае одежду унисекс никто не отменял. Ну и смешную одежду я, скорее всего, все-таки в женский пойду немножко выбирать. Вот, стараюсь подобрать под его размеры. Сейчас я выбрала уже пару брюк для нормальных образов там. Позже вам их покажу ближе. Какой-то свитер нашла. Вот все стою, его трогаю. Думаю, взять, не взять. Пока что пускай будет сеть у меня. Я еще думала попробовать взять джинсы ему, потому что он довольно редко носит джинсы. Не подбирал для себя, так скажем, идеальных джинс. Вот, и думаю все-таки сходить посмотреть джинсы еще. Короче, нашла джинсы, но не могу найти еще верх более-менее нормальный. Но мои руки уже отваливаются. Так, мы наконец-то с Максимом встретились. Сейчас я развешивала одежду, которую он будет мерить. Вот, и мы поменяемся гардеробными. У меня получилось больше 4 образа, чем 3. Ну, просто я составила сначала, который на выход образ, потом более повседневный, от себятина, так скажем. Это тоже от себятина, просто мне понравилось как сочетание. Ну и вот, типа, якобы смешной образ. Ладно, это вообще женский.
это все, Максим? Немного отвлеку вас от темы секонд-хенда и хотела бы с вами поговорить на тему экзаменов. Остается не так много времени до того самого момента сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Особенно, когда хочется быть уверенным в своих знаниях на все 100. И у меня как раз есть для вас классная рекомендация. Это онлайн-школа Сотка, которая точно поможет вам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ в спокойном для вас темпе. Школа Сотка — одна из крупнейших онлайн-школ в России по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. И, кстати, у них сейчас проходит очень крутой розыгрыш автомобиля. Они разыгрывают Mercedes класса C среди всех своих учеников. Ну и каждый месяц обучения увеличивает твои шансы на победу. Копи баллы, просто обучаясь в Сотке, и увеличивай свои шансы на победу. А еще в Сотке каждый третий ученик сдал экзамен на 80 с плюсом баллов. Вас подготовят с любого уровня, а именно на тот балл, на который вам нужен для поступления в университет. Также у вас будет персональный менеджер и наставник, который точно не оставит вас в трудную минуту. Ну и, конечно же, здесь самая быстрая проверка домашнего задания, в среднем 20 минут. Это супер круто, потому что ты сразу понимаешь, что ты не усвоил, а что тебе нужно повторить, и какую работу над ошибками нужно сделать. Я считаю, что вместо переживаний лучше сразу записаться на бесплатный вводный урок в онлайн-школе Сотка и без переживаний готовиться к экзаменам. Ну а я оставляю свой личный промокод «Тучка» в описании. Он дает скидку 10%, ну и все ссылочки будут также в описании. Максим не везде озвучивал видео, потому что все равно чувствует себя скованно. До этого он никогда особо и не снимал видео, но здесь он показывает, что он мне выбрал. Все, мы будем меняться. Если что, записывай свою реакцию на это. Так, я первый раз вижу, что Максим составил. Ну, тут как бы, да, смешной образ. Спасибо, Максим. Слышишь? Спасибо тебе. Это, я так понимаю, куда-то на выход. Все в зеленых монотонных оттенках. Более повседневный. Сейчас будем мерить. Первый образ какой будем мерить? Давай, который вечерний. Как я понял, вот это смешной образ. А, ты хочешь так поснимать? А как? Я хотела, конечно, выходить, но не получится. Нет, все не любят. Короче, мне штаники нравятся. Штаны по размеру. Мне очень понравился топик. Он довольно необычный. Ну, он вообще по размеру, у него материал очень приятный. Но все вместе, типа вот эта вот кофточка, и у них орнамент разный. Поэтому кофточка типа с топиком, она не особо сочетается. И типа по тематике лука в плане, типа это, ну, не вечерний же образ. Я думала, ты мне платье подберешь. Ну, я все минусы рассказала. Давай 2 из 10, я пошел. Я шестерочку поставлю. Ладно. Я ему выбрала, нашла белые штаны, вельветовые такие, рубашку приятного мятного цвета и белую футболку подобрала. Вот я подумала, что такой свежий образ, так скажем, куда-то выйти, типа на какую-то пати. А может и нет. Ну это 10 из 10, если что, вообще. Очень нравится, да. Берем. У тебя волосы очень сильно намагнитились. Следующий? Да, да. А какой у меня? Вот этот повседневный. Повседневный. И вон тот повседневный. Будем мерить уже повседневный. В общем, я уже сказала свою оценку, так скажем, по этому луку. Вот, сейчас будем мерить более повседневный люк. Вот такой вот Максим подобрал мне повседневный образ. Вот если по отдельности смотреть, то это просто какая-то огромная футболка вот с этими завязочками. Кардиган наподобие моего зеленого, только розовый. И джинсы вот здесь вот слегка небольшоваты в талии. Я такие джинсы вообще сейчас не очень люблю. Не люблю, когда они обтягивают снизу. Ну и здесь сидит довольно странно. Вот, не особо подчеркивает, как бы так скажем, фигуру. В это время Максим тоже мерил свой повседневный образ, и мне не особо понравилась кофта, как на нем сидит. Но в целом образ ничего такой, или куда-нибудь на прогулочку. Как тебе образ от 1 до 10? Ну вот что-то вот с этой вот не так. Ну, с кофточкой, да. 9 из 10, да. Только из-за штанов, конечно. Да я сняла уже образ. Я в целом тебе скажу, что... Ну, такое. Но мы
здесь никто не стилист, я скажу, что и у всех вкус и цвет, как бы, и так далее. Как же я не знаю размер женский, вы даже не представляете. Короче, джинсы я не очень люблю, обтяг. И Максим это знает, просто они... Да. Я думал, они и большие будут, если честно. Да, вот навешу. Вот настолько я не знаю. Вот, но в целом, вот посмотри отдельно на... Сейчас на футболку. It's me. Сейчас вот этот еще образ мы наденем. Нет, это все это. Сейчас будем мерить смешной образ. Тут вообще нужны какие-то комментарии. Внимание, какой образ подобрала Максиму я? О, да. У меня вообще, конечно, это отвал. Вот он, собрался. Оценивай. У меня десятка. У меня 20 из 10, я ничего не знаю. Я прям сейчас так уйду домой. Все получается. Все получается, да? Все. Все три образа, все готовые. Я в шоке. Так, ну что, это уже включение из дома с домашней обстановкой. И я вам покажу, что мы все-таки купили. К сожалению, конец видео без Максима уже, потому что он сейчас на учебе. Вообще, это уже следующий день, грубо говоря. На самом деле уже неделя прошла. Я все никак не могу доснять это видео. Но, в общем-то, главное, что я его наконец-таки доснимаю. Итак, что же я взяла себе? То, что выбрал мне Максим, мне ничего не понравилось. Кто, может, смотрел мой влог, помнит оттуда вот эту вот жилеточку, которую я померила, но почему-то не взяла. И в день, когда мы с Максимом снимали видео, она до сих пор висела, ее никто не забрал, поэтому я ее все-таки забрала. Она мне обошлась 400 рублей, я не знаю, это просто базовая жилеточка, мне так захотелось базовой серой жилетки. Она очень приятного материала. Вискоза 52% и полиэстер 28%. Ну, в общем-то, на ощущение очень приятное. Ну, просто база. Вот, а Максиму, то, что я ему подбирала, показывала, помните, что я подобрала джинсы, штаны белые выбирала. Он их померил. Я ему подобрала настолько идеальный размер, что он взял двое этих штанов. Ну, одни джинсы вот эти вот. Очень круто они выглядят. Я вот здесь подальше отойду. Они... Такие стилевые, я не знаю, на нем они очень хорошо сидят. Ему хорошо пришлись по бедрам, хотя я все на глаз определяла. Знаете, они так приопускаются у него на ногу и выглядят очень стилево. И еще одни штаны, это белые. Вот, то есть они такие беленькие, выглядят как новые. Я не знаю, что это за бренд, возможно, вы разбираетесь, но по брендам я особо не очень. Вельветовые. В общем, какое-то такое получилось видео. Это было больше пробное совместное видео про секонд-хенд. Просто в тот день, в который мы ходили в 70% скидки, было много народу. Мы вообще как планировали? Выходить из гардеробной и показывать целиком образы и реагировать. Но это не получилось, потому что было много народу, снимать было уже негде, и мы снимали уже больше в гардеробной, как бы, ну, чтобы никому не мешать. Это было все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях обязательно мнение. Всем спасибо за просмотр. Всем добра и всем пока-пока.